Валина, я из города Днепропетровска, мне 25 лет. Я хочу вам сказать, какие результаты мне дала эта продукция. Поскольку я работаю инженером, постоянно сижу за компьютером и еще вдобавок ношу линзы, мои глаза постоянно стоят, они краснеют, мне тяжело на следующее утро их одевать. И поэтому я услышала, что есть такая прекрасная накладка на глаза, которая снимает усталость, боль и помогает снять отеки с глаз. Эта накладка на глаза очень прекрасна тем, что здесь есть внутри травы, которые, когда у человека есть насморк, помогают нейтрализовать все вот эти воспаления, все эти процессы, которые начинаются, когда человек в стадии насморка. Они снимают, у меня часто бывают проблемы с насморком, с чиханием. Благодаря этой повязке и на следующий день я чувствую себя очень хорошо. И даже замечаю, что когда прихожу на работу, все то кашляют, то высмаркиваются, а я себя прекрасно чувствую. Был у меня еще результат по этой повязке, когда выскочил герпес, я ее одела, а на следующее утро у меня буквально его вообще не было. Хотя у меня проходит он через 3 дня. Вот. Хочу сказать, что носила носочки с биофотонами. Они мне помогли в тот период, когда у меня болели подошвы и ступни ног. Я еще использовала мыло, которое на данный момент еще в производстве нет. Оно в перспективе производства. Производство есть, но еще как бы товар не поступает на рынок. Это мыло было дано в подарок. Я попользовалась им. Оно кругленькое, косметическое. Мне очень понравилось, поскольку у меня есть проблема с наружными прыщиками. Но это проходит не от внешнего использования. Говорят, что это внутренние причины. Но это мыло, оно нанометрическое. На основе этих технологий я пробовала его каждое утро и мылась. И результат был. У меня еще бывают приступы астматические, видимо, на аллерген в воздухе. И как я их снимаю, эти приступы, благодаря вот этому чудо-бриллианту. Ношу его, его можно в любой момент носить, просто на ночь снимаю. Благодаря ему несколько минут, пару минут, и мое дыхание, оно свободное становится. Также оно просто поддерживает иммунитет, поэтому можно носить постоянно. Я хотела вам сказать, что я еще принимаю пыльцу, которая мне помогает защищать мой иммунитет. У меня такие результаты, что в последнее время я не покупала ротодин и назол спрей от насморка и всяких аллергических чиханий. Мне очень нравятся прокладки с волнами серебра. Они убивают бактерии и не оставляют никакого запаха, как это делают обычные ежедневные прокладки с магазина. Поэтому в последнее время я стараюсь пользоваться только этими прокладками. И в будущем буду обязательно брать только эти прокладки. Во-первых, волны серебра не обеззараживают и убивают все бактерии и микробы. Вот есть еще такой прекрасный чай, Дахуан называется. Этот чай для детоксикации и очистки всего организма. Я вообще испугалась, потому что первые 3-4 дня у меня было сильное действие. Я сказала, больше его пить не буду. Но потом я заметила, что это, оказывается, он так действует. Вот у меня была такая реакция на этот чай. И постепенно я его пила месяц, хватает на месяц. Мой организм очистился. И не стало таких проблем, какие были раньше, благодаря вот этому чаю. Я Назаренко Мария Михайловна. Активный потребитель фирмы Хуашин с 2005 года. По той причине, что я в этом году перенесла инфаркт миокарда. За эти 5 лет я использовала всю продукцию фирмы корпорации Хуашин. Ну, первое, пила структурированную воду кружки Хуашин. Ношу сердечную карточку. Пользуюсь накладкой для глаз, ношу пояс, употребляю шиповник, употребляю цветочную пыльцу, кальций, чаи. И в результате этого я, во-первых, здоровая и получила такие результаты. Улучшилось зрение, снизился вес, рассосались рубцы миокарда, ушла пуповая грыжа. Я очень благодарна продукции корпорации Хуашин. Но 3 года тому случилась у меня беда.
Я отравилась грибами. 15 суток врачи боролись за мою жизнь. Но было это очень трудно. Но благодаря чаю Чэнь-инь, который я присоединила к лечению от отравления грибов, я сейчас жива и здорова. Поэтому я очень благодарна корпорации Хуашен, всем работникам, которые выращивают продукцию, которые перерабатывают продукцию, которые доставляют эту продукцию, за то, что они подарили мне жизнь и здоровье. И в заключение хочу сказать, что эта продукция подарила мне молодость души и радость жизни. Большое спасибо. Я Безумная Галина Анатольевна. Мне 66 лет. Проживаю в Днепропетровской области, поселок Петропавловка. В 2008 году я заболела онко. Мне поставили диагноз на онко диспансере. В этом же году мне прооперировали. После этого пошла у меня отечность, и руки удалили молочную железу и лимфоузлы. Потеряла очень большой вес, не могла ни есть, ни пить. Домой выписали. Пролежала в больнице год на стационарном лечении. Не могла ни есть, ни пить. Приехала домой, и мне предложили, значит, обработать раны, которые у меня образовались в итоге вот этого всего, пыльцу. Я обработала пыльцой раны свои. На следующий день почувствовала результат. Затем я заинтересовалась продукцией, и мне предложили, значит, пить структурированную воду с кружки и кальций. Вот потом я начала, прошла диагностику, врач, встретилась с врачами, и мне предложили, значит, дальнейшее лечение. Пить очищающий чайник, печеночный, ревень, кинастему, селен. И еще мне предложили мужские трусы с поясом для нормализации женских гормонов. Приходько Светлана. Я живу в Днепропетровске. И очень хотелось бы поделиться своим результатом, который получила достаточно быстро. Произошло так, что я подвернула ногу и очень сильно растянула сухожилие. Обычно такая травма восстанавливается в течение недели. Но так как у меня был билет на семинар, мне нужно было очень быстро восстановиться. По продукции применила наружно пыльцу и кальций. Так как пыльца и кальций нанометрического измельчения, поэтому очень быстро питание восстановило ткань, а с помощью прокладочки энергетика восстановления кровообращения быстро очень помогла восстановить само движение ноги. Поэтому в течение суток болезненность была практически снижена. И положив прокладочки на область растяжения ноги, я смогла одеть зимнюю обувь и поехать на семинар. Еще, как массажист, хочу рассказать о тапочках. Потому что ноги – это наши самые важные труженики. Ножки держат в течение целого дня наш корпус, наш организм. И застойное явление, как правило, происходит в нижней части нижних конечностей. Поэтому применение балансирующих тапочек улучшает кровообращение, восстанавливает энергию тех точек, которые расположены на стопе наших ног. 66 точек соответствуют меридианам наших органов. В данном случае это изделие очень эффективно и очень мягко восстанавливает энергетику и жизнеспособность человека. В конце дня наш организм, наш позвоночник на несколько миллиметров уменьшается. Почему? Потому что
неся нагрузку в течение дня на весь корпус нашего позвоночника, позвонки проседают. Поэтому, когда мы чувствуем усталость, очень хочется прилечь и восстановить этот баланс всего нашего организма. Поэтому тапочки в данном случае являются очень эффективным и очень ярким восстанавливающим предметом. Очень хорошо воздействуют те травки, которые расположены на этом изделии. И здесь очень видно, выделены вот эти вот выемочки с точечками, которые воздействуют как иглоукалывание на наши активные точечки. В течение 15-20 минут, походив в этих тапочках, человек чувствует, как поднимается снизу вверх и кровообращение, и энергия, и все восстанавливающие процессы. Балансируя в тапочках, мы еще дополнительно решаем проблему целлюлита, потому что улучшаем кровообращение и с помощью напряжения мышц сжигаем жиры. Здравствуйте, меня зовут Дягилева Любовь, мне 56 лет. В 32 года меня обрадовали в кавычках диагнозом, что у меня мастопатия прогрессирующая и фиброма матки. С этих пор началась моя борьба с болезнью. Медикаменты мне не подходили, потому что у меня была аллергия на них. И дорогостоящие лекарства в то время мне не на что было покупать, потому что были маленькие дети, их нужно было учить, лечить, одевать. И поэтому я выбрала для себя нетрадиционные методы лечения. Я прошла все: и голодание, и соколечение, и раздельное питание. Но где-то к 52 годам вот постоянные эти ограничения, они очень меня психологически утомили. И когда мне сказали, что появилась вот такая продукция, как биофотоны, очень щадящая, очень экономичная в плане эмоциональных затрат, то я сначала очень удивилась, потому что вся моя практика показывала, что бороться с недугами очень трудно и очень напряженно. Поэтому я решила попробовать, поэкспериментировать просто. Первое, что я купила, поскольку у меня самая основная проблема, это была фиброма, которую уже мне советовали оперировать, я купила трусики. Несколько спустя я купила кружечку и стала пить водичку. Вот. Очень регулярно, это как раз было лето, я выпивала около 2 литров в день. Все лето вот такой у меня буквально запой этой водичкой был. Потом я подключила чаи очистительные. Это ревневый чай, это чай с кинестемой пятилистной. Я пропила по 2 коробочки каждого. И еще печеночный чай, то есть я полностью очистилась. И через 7 месяцев я пошла к своему врачу. В общем-то, то, что она мне сказала, меня как бы и не удивило, потому что я уже по ощущению, по самочувствию знала, что мне намного легче, и я начинаю выздоравливать. Но она сказала, моя врач, что я практически здоровая женщина, очень удивилась. Но самое главное, меня потрясло не это. Меня потрясло то, что при пальпировании, оказывается, женщина не чувствует боли, не должна ее чувствовать. Я чувствовала ее всю свою жизнь, когда приходила к врачу. То есть вот это меня потрясло больше всего. Ну и попутно у меня еще были результаты такого плана. У меня начиналась гипертония с моим пониженным давлением, повышение чуть-чуть. Для меня это уже было лежачее состояние. И вот мне уже 57 лет, и мне удается держать свое давление на стабильной отметке 130 на 80. Кроме того, я перестала болеть. Практически, если у меня случается раз в год, то я очень удивляюсь, и это очень быстро проходит.
И еще, что очень важно для меня, это я получила результаты по своим сосудам. У меня были очень частые судороги, причем сводила стопу. Тот, кто знаком с этим, он знает, насколько это мучительно и как с этим очень трудно справляться. Так вот, сейчас у меня эти приступы прекратились совершенно. И плюс еще отдельно для музыканта, потому что я сама музыкант, я получила такой побочный эффект. Это расширяется диапазон. Я потом купила себе ношенечек, ну, как бы профилактика остеохондроза. Я купила ношенечек и вот получила такой побочный эффект. Сейчас у меня нет ни несмыкания связок. Я учитель, для меня это очень важно. И плюс расширяется диапазон. И я, конечно, очень благодарна всем тем людям, которые работали над этим продуктом, которые его распространяют, которые, в общем-то, раскрывают людям глаза на то, чем можно поправить свое здоровье. Это очень ведь важно, потому что мы знаем, что современная медицина, медикаментозное лечение зашло в тупик. И я желаю успехов всем разработчикам этой продукции, здоровья, счастья и новых научных открытий. Меня зовут Данил, мне 10 лет. До школы я очень редко болел, но как только пошел первый класс, меня начали одолевать разные вирусы. Сильно болела голова, живот. Я очень сильно уставал. Когда мама узнала о продукции Хуашен, она решила меня подкормить кальцием, пыльцой, я пил воду из кружки, одевал накладку на глаза. Но самое главное, я напишу карточку для учащихся. Она помогает мне учиться в школе на отлично, дополнительно заниматься в музыкальной школе по двум специальностям – по гитаре и по фортепиано. Я долго люблю кататься на велосипеде и я обожаю играть в компьютер. Представьте себе, я все успеваю и не устаю, а также я забыл про все свои болезни. Да, забыл вам сказать. Я очень люблю разговаривать по мобильному телефону со своими друзьями. Но я знаю, что защитной карточкой Хуашен можно разговаривать сколько угодно и без вреда. Проверено много раз. Меня зовут Катя, мне 9 лет. 3 года назад врачи обнаружили у меня астигматизм. Я видела всего лишь 3-ю строчку, не могла долго читать, потому что уставали глаза. Часто болела бронхитом и ангиной. После того, как я начала пользоваться продукцией компании Хуашен, накладкой на глаза, чудо-бриллиантом, пить волшебную воду, пыльцу, кальций, шиповник, чай с селеном, я перестала болеть, чувствую себя хорошо, не пропускаю школьные занятия. Зрение улучшилось, вижу теперь 10-ю строчку. Много читаю и при этом не устаю. Девочки и мальчики, а также их родители, пользуйтесь продукцией компании Хуашен, и вы всегда будете здоровы. Я Григорьева Лидия, мне 60 лет. С 30 лет я болела пилонефрит. Пилонефрит мучил меня постоянно. Я жила на обезболивающих лекарствах. 2 года назад я познакомилась с продукцией Хуашен. И предложили мне продукцию пояс с трусиками, кружку, в которой я пила водичку, кальций и пыльца. Через 8 месяцев я забыла про свой пилонефрит. Я Ахметзаде Эмиль Арифович, дистрибьютор компании Хуашен из Азербайджана. Я хочу рассказать о своем опыте повязка на голову. Точнее, не о своем опыте, а о опыте моей мамы. Значит, я когда ее приобрел, я, в принципе, конечно, сомневался в ней, но все-таки взял, принес маму, потому что маму часто мучает давление. И я сказал ей: маму, одень вот эту повязку. Мне сказали, что она за 10 минут снимает давление. Ну, мама тоже в это не очень-то верила, но одела. Полежала, я засек время. Удивительно, буквально 8 минут давление упало. И мама встала. Сняла повязку. Я говорю: ну как, мама? Ну, голова прошла, говорит.
давления не знаю. Но прошла сама по себе. Замерили давление, действительно давление нормализовалось. После этого я поверил в эту компанию. Прекрасная компания, прекрасный товар. Добрый день. Меня зовут Сергей. Я региональный представитель компании Хуашен в Кринчанском районе. Я хотел бы поделиться своим опытом и опытом результатов, по результатам, которые были у меня и у моих клиентов, так сказать, напрямую. Мне очень понравилось применение продукции пыльцы и кальция. Почему именно пыльцы и кальций плюс вода? Очень часто у людей бывают порезы, ушибы, удары, синяки. Вот хотелось бы остановиться на этом моменте, потому как очень хорошо работает пыльца и кальций, когда мы их смешиваем и разбавляем рестурированной водой до кремоподобного состояния и смазываем эти больные места. Хотелось бы рассказать два результата о применении. Один результат. Парень 25 лет, ударил себя кувалдой под коленную чашечку, разнесло ногу, синяк, все понятно, что ходить человек не может. По применению пыльцы и кальция в смеси и разбавленной водой, в течение 50 минут у человека прошла совсем боль. Он мог уже приседать и ушел спокойно. На утро он пришел ко мне домой, опухоль вся ушла, остался только синяк. Через неделю мы его осмотрели с моим смотром Светланой Приходько, она врач-массажист, то никаких следов от удара и ушиба мы не обнаружили. Второй результат по применению пыльцы. Когда человека прокинул на себя кипяток на руку, я применил пыльцу. В течение 30 секунд у человека появился холод, у человека прошла боль в течение пару минут, и появилось состояние, что вроде бы как у человека ничего и не было. На утро у него не было ни волдырей, ни пухарей, просто было легкое покраснение ожога. Еще один случай с применением пыльцы и кальция и применением биофотонных прокладок, которые у нас имеются в наличии, которые применяются при болях, ожогах и устранении различных болей. Порез руки. Человек себе порезал вены. К большой радости человек не порезал вены и не достал до сухожилий. Но была очень глубокая рана. Рану человек не зашивал, потому как очень боялся. Мы применили пыльцу кальций, который не наблюдая пыльцы, биофотонную прокладку. В течение 4 дней у человека полностью зажила рана. Это такой факт у нас есть. Еще один такой хороший результат. Детки. Есть очень маленькие детки. У нас всех есть дети. Или внуки, или племянники. И самое страшное, когда они болеют, им нужна необходимая помощь. И самое сложное, когда под рукой ничего нету. Но хорошо, когда есть в аптечке тоже кальций, пыльца, которую хорошо убирает боль. Применение по зубной боли. У меня маленький ребенок был, это было 2 года назад, это было 5 лет, когда нет в моей аптечке ни анальгина, ничего, потому как я не пользуюсь этими препаратами медицинского назначения аптечного. Я применил, дал попить водички и дал попить кальций. В течение 10-15 минут, плюс приложил еще биофотонную прокладочку к щеке в районе больного зуба, у ребенка прошла зубная боль. Еще один результат по применению кальция при зубной боли. Девушка 18 лет, болел зуб. Врачи отсутствуют, потому что человек проживал в деревне. Я дал попить водички, дал опять же нашей кальций и водичку с нашей кружечки. У человека фантастический результат. В течение 1-2 минуты прошла зубная боль. Когда попал человек в больницу, врачу на прием, врач был удивлен, потому как не было абсцесса, не было покраснения и не было... Хотелось бы продолжить про нашу кружечку, очень волшебную воду, которую так окрестили наши бабушки. Потому что у них у всех, у многих людей пожилого возраста, плохие сосуды и очень многих давление, очень многих людей и сахарный диабет, проблемы с кишечником. Эта кружечка, которая у меня в руках, очень помогла многим людям, когда я работал. Все-таки Южное море, люди приехали из Днепропетровска в Кирилловку, и были проблемы с давлением. И мне было очень приятно, когда в течение приходу полтора суток давление не могли сбить. Эта кружечка, точнее эта вода с этой кружечки помогла человеку с давлением сбить на 130. Сначала на 170, но по применению карточки, была со мной карточка для учащихся, приложили мы на место пульса,
вот в эти места прикладываем. Результат стал 170. По применению налодыжников человека давление нормализовалось на 130. И как было удивлен человек, он ожил, потому что наш биофотон дает не только воду, не только, но еще дает силы и энергию, то, что необходимо человеку. Плюс еще дает кислород, который поступает быстро в организм человека, поступает в кровь и в мозг. Вот такие результаты у меня были по применению продукции. Хотелось бы поделиться таким опытом, так как я из детства очень часто болел ангинами, простудой, и это вылилось гаймориты, танзилиты и прочее, да, врачи у нас не смогли полностью справиться с этой проблемой. Придя в эту компанию, я решил все эти вопросы, ну, можно сказать, не за один день. Прошло несколько месяцев, когда я полностью избавился от состояния гайморита и состояния танзилитов. Что я делал? Я применял продукцию компании Хуашен. Это накладка на глаза. В данном случае она у меня присутствовала, я ее применял. Я использовал нашу пыльцу нанометрическую, намазывал в районе гайморитных пазух, лоб и надевал повязочку на глаза. Очень хорошо сработала у нас продукция, еще биофотонная прокладка. Когда нету у людей с собой повязки на глаза, хорошо применяется, еще используются прокладочки, гинекологические прокладочки с биофотонами. Они очень доступны по цене и очень эффективны, так же, как и вся наша продукция. При ангине мы смазываем наружное горло пыльцой, растворенной уже в нашей воде, кружечки компании Хуашен. Но у нас есть еще такой прекрасный, кроме прокладочек и накладки на глаза, есть еще прекрасный продукт при гайморитах, ангинах, и еще хорошо работает при щитовидной железе. Мы используем вот такую накладочку на горло. Она очень хорошо работает и очень удобна при этих заболеваниях. Хотелось бы поделиться опытом по поводу ангины. К сожалению, мы тоже люди и бывает тоже периодически простуживаемся. 3 недели назад я простыл, у меня была ангина. Я обнаружил это во вторник. Я применял нашу пыльцу нанометрическую, пил усиленными дозами кальций. 2-3 грамма суточной дозы я пил, когда положен 1 грамм, я 2-3 раза употреблял кальций, как утром, так в обед и вечером. Я пил чай ревень, 3-4 пакетика в день, и использовал пыльцу как наружно, так и внутренне. Применял на горло биофотоны. И к моей радости, уже результат я получил уже в среду. Это буквально сутки, когда увидел, что мое горлышко уже розовое, гнойные пробки ушли. И вечером я уже не применял ничего с биофотонами, только пил ревень, кальций и пыльцу. Вот такой результат. Это очень эффективно, потому как я знаю, что ангина не проходит в течение 3 дней минимум, а лечится где-то 7-10 дней. Вот вам прекрасный результат. Хочу поблагодарить всех за внимание, что нашли время выслушать. С удовольствием поделюсь своими результатами и знаниями. Зовут меня Валентина Истомина, город Днепродзержинск, 51 год. Антицеллюлитный российский бридж – это мое первое знакомство с фотонами и потрясающее восхищение. За полгода российский бридж вместе со структурированной водой не только отточил бедра, расщепил жиры, подчеркнул талию, приподнял ягодицы, кстати, которые каждые 10 лет опускаются на 2-3 сантиметра, но и создал комфортность. Летом не жарко, зимой не холодно. И послеоперационный грубый рубец 8-летней давности разгладил до тонкой линии. Скажите, разве это не мечта каждой женщины, несмотря на возраст, сохранять грациозность, стройность и привлекательность? И все это дает компания Хуашен. Огромное ей спасибо. А вам любви, добра и совершенства. Я Бурцева Тамара. Мне 54 года. На протяжении 5 лет я принимала гормональные препараты. Очень хотелось похудеть. Но все уверяли в том, что после гормонотерапии похудеть просто невозможно. 3 года назад я познакомилась с корпорацией Хошен, познакомилась вот этим замечательным корсетом, приобрела его, познакомилась с тапочками балансирующими и низкомолекулярной водичкой. На сегодняшний день мой вес ушел на минус 15 килограмм. Я Ядрощая Любовь Федоровна. Я работаю всю свою сознательную жизнь главным бухгалтером. Мне всегда мучили очень головные боли, и от сидячей работы тоже немножко мучает кишечник.
постоянные колиты вообще-то были. Но после постоянного приема, который мне назначил врач в фирме Хуашен, то есть пропивая воду и чай с ревеня, я через буквально через месяц-полтора меня перестали вообще колиты мучить. Гипертонические кризы, которые были, они намного уменьшились. То есть я была удивлена результатом очень быстрым, пропивая эту продукцию. И желаю всем, чтобы все так же быстро выздоравливали и никто не болел. Меня зовут Лясова Тамара. Мне 59 лет. Я в компании 4 года. 10 лет назад врачи мне поставили диагноз межпозвоночная грыжа пояснично-крестцового отдела в зоне L5S1. В течение 6 лет я применяла самые разнообразные средства лечения, но, к сожалению, ничего не помогало. С каждым годом диагноз мой усугублялся, и я испытывала все больше и больше мучения. За 6 лет я довела себя просто до полного отчаяния. Мне было очень сложно проехать на работу в течение 10-15 минут на маршрутном такси. Достаточно было короткого толчка, чтобы я вышла уже полным инвалидом. Для того, чтобы как-то продолжать функционировать в течение дня, я заходила в укромное место и колола Вольтарен. У меня в сумке всегда были мои верные помощники. Ампула Вольтарена, шприц, спирт, ватка. Ну, а потом за этим, конечно, 2-3 месяца на больничном. И так продолжались все эти годы. И вдруг, когда я была доведена уже до полнейшего отчаяния, я узнаю, что существует компания Хуашен с замечательным лечебно-оздоровительным бельем. Ну, вообще-то в жизни все приходит тогда, когда оно должно прийти. В течение полугодия я очень аккуратно и дисциплинированно пользовалась комплексом средств. Это, конечно же, наша волшебная кружка. Я пила водичку так, как мы должны пить. Затем очищающие чаи, чай из ревеня и, конечно, к нему в комплексе печеночный чай. После того, когда я пропила эти чаи, я начала чередовать зеленые чаи с селеном. Ну и, конечно, утром пыльца, вечером кальций. Из атрибутов одежды вначале я по совету врачей употребила накладку на глаза. Внизу я одела свои любимые налодыжники. И замкнув большой круг кровообращения, усилив микроциркуляцию, я применила пояс на свою проблемную зону. Пояс я носила не только ночью. Мне было в нем так комфортно. Я настолько испытывала чудодейственную силу этой продукции, что я носила его просто круглосуточно. Представьте себе, через полгода, конечно, все уж уходило постепенно, по убывающей. Через полгода я поняла, что мне нужно дома оставлять своих верных помощников. И ампулы, и шприц, и спирт. Потому что в этом просто отпала необходимость. Ну, а еще через полгода я проверяла, не возвратится ли моя грыжа. Проверяла я это в Египте при помощи езды на джипах по Сахаре, по бездорожью, при помощи поездки на верблюдах. А потом после этого, когда я получила в компании такие потрясающие результаты по своему диагнозу, я за 3 года успела попутешествовать 2 раза в Китае, 2 раза в Египте и даже осуществила свою давнюю мечту. Я путешествовала в Гималаях, в аюрведическом медицинском центре, куда приезжают люди со всего мира. Это город Ришикеш. Ну, конечно, попутно путешествие в Турции, это уже совсем близко. Нужно сказать,
что эта продукция настолько чудодейственна, что когда лечишь одну проблему, попутно уходят все сопутствующие или вообще существующие. Я работаю в музыкальной школе и очень часто контактирую с детьми, которые или кашляют, или которые имеют насморк. Вы ведь знаете, что в музыкальную школу дети ходят обязательно, даже если они чуть-чуть больны. И вот, контактируя с детками очень часто, я поняла, что мне нужно одеть вот этот наш чудесный шарик, чудо-бриллиант. Это действительно жемчужина, цены которой нет. Благодаря этому бриллианту я с сентября 2006 года при наличии своей хронической ангины, хронического бронхита, хронического несмыкания связок. Вы ведь знаете, что в музыкальной школе учителя много поют, много говорят. С сентября 2006 года у меня не было ни разу ни ангины, ни насморка, и не то что бронхита, а даже кашля. Ну, поистине прозорливые наши китайские партнеры, которые назвали компанию «Чудо Китая». Сотрудничая с компанией Хуашен, получаешь свободу духа, свободу тела и материальную свободу. Это просто чудо. Приходите к нам. Добрый день. Фамилия моя Андреева. Зовут меня Ирина Викторовна. Я врач-стоматолог и работаю в компании Хуашен и достигла квалификации замдиректора. Я в компании Хуашен первым делом купила пояс. Так как я классический доктор, то испытания проводила на своих родных и близких. Моя мама, которой 72 года, болеет сахарным диабетом и стоит на учете у эндокринолога в течение 23 лет. Когда мы купили пояс, мы строго по инструкции в режиме привыкания и адаптации начали его использовать. Через 15 минут был перерыв, 3 часа, потом еще 15 минут, потом еще. Когда организм привык, мы получили первые результаты через 5 месяцев постоянного, регулярного использования пояса и воды из нанометрического стакана. Через 5 месяцев моей маме сняли утренний инсулин. Еще через 3 месяца была уменьшена вечерняя доза инсулина в половину. Результаты просто ошеломительные. Почему? Потому что я как доктор понимаю, что если в течение 23 лет не работала поджелудочная железа, и после полугодовалого, 8-месячного использования пояса с биофотонами и нанометрической воды начала работать поджелудочная железа, которая не работала в 72 года. Это очень серьезный результат. И мне как доктору не стыдно предлагать продукцию компании Хуашен. Кислица Юрия, 72 года, город Днепропетровск, архитектор, массажист. С юношеских лет меня начал беспокоить остеохондроз позвоночника, который постоянно прогрессировал. Частые радикулиты вызывали боли в пояснично-крестовом отделе, плечо-лопаточном отделе. Из-за сдавливания корешков я часто терял, часто были ограничения движения. Сопутствующие заболевания, хронический бронхит, ларингит, фарингит, также давали много неприятностей – хрипота, кашель, потеря голоса. Официально медицина давала временные результаты. Я познакомился позже с компанией, которая производила продукцию «Биофотоны». Начал принимать воду, подключил потом одежду, трусы, пояс, дальше пыльцу, кальций. В настоящее время я чувствую себя прекрасно. Неограниченные движения,
боли в спине не чувствую. Добрый день, дорогие друзья. Зовут меня Валентина Городишина. Мне 53 года. За плечами у меня 30 лет медицинского стажа. Сегодня я уже в течение 6 лет сотрудничаю с корпорацией Хуашен. В корпорацию Хуашен, как и многих мужчин и женщин, привело меня здоровье. Вот до того, как я познакомилась с корпорацией, у меня были вот две вот такие карточки. Это мне было уже просто стыдно, вот она такие толщиной, носить с собой, да и тяжело. А вот это уже более свежая, но последняя запись в этой карточке написана вот 2004 год. Вот что же было со мной в 86 году? Я как, ну, наверное, как патриот Украины участвовала с супербригадой в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. После этого начались проблемы со здоровьем. Это очень большие проблемы были с печенью, вплоть до цирротических изменений. Потом очень сильно стали головные боли, которые и, наверное, просто при безвыходном положении. И вот, как многие врачи же не верят, вот все вот такое народное. Но я решила уже отдаться, потому что это было невозможно. Я получила группу инвалидности по зрению. Решила свое здоровье отдать в руки вот лидерам корпорации Хуашен, то есть людям, которые здесь уже поработали до меня и уже приобрели определенный опыт. После того, как я отлежала в неврологическом отделении с инсультом, в общем, первое, что мне там предложили уже даже доктор, первое, что она мне предложила, структурированную воду. Вода, которая была обязательным условием для того, чтобы именно восстановить вот тот водный баланс в организме, который на тот момент у меня был очень в плохом состоянии. Вот тогда доктор сказал, если вы будете пить нормальное количество воды, то мы быстрее справимся с вашими проблемами. Это первое. Второе, тогда, когда сделали серьезное обследование, то оказывается инсульт и все проблемы с головой, с головными болями у меня были абсолютно не из-за того, что какие-то там метеозависимости или чего, а мне просто поставили такой скромный диагноз на сегодняшний день, который у каждого второго, у женщин особенно, которые носят в руках тяжести, это шейный остеохондроз. Из-за этого нарушилось динамическое движение крови, то есть приток и отток. И тогда, когда в диагнозе поставили ишемические изменения в мозговой ткани, то, естественно, доктор сказал, давайте будем пробовать. Это вот такая вот, если она в новом состоянии, видите, какая красивая, да, вот это новый нашивник абсолютно. И вот, предположим, уже мой, я пришла со своими всеми продуктами, которыми я очень люблю и обожаю. То есть вот он такой, я с ним не расстаюсь. То есть каждый вечер, перед тем, как лечь спать, значит, да, я одеваю его минимум на 30 минут. Если благополучно засыпаю, значит, до утра просыпаю в нем. Благодаря вот именно этому нашейнику у меня не только приостановился процесс деформации шейных позвонков, но параллельно я уже, даже вот сегодня не вспомню, когда я последний раз, предположим, пила таблетку от головной боли, когда я последний раз жаловалась на плохое свое самочувствие по отношению к солнечной погоде или, предположим, к ветреной. Но тогда, когда прочитала все остальное в наших каталогах, то я поняла, что можешь не только здоровье восстанавливать, предположим, нашейником, и то, что у нас где-то что-то болит. То есть, естественно, я очень много внимания уделила всему, что там написано, и вычитала, что есть очень хорошие уникальные сердечные карточки, которые могут вернуть здоровье за счет того, что туда, благодаря этим карточкам, поступает именно кислород в мышцу и улучшается именно само обеспечение мышечной ткани сердца, то есть миокарда. Вот это моя первая карточка, вот она вот в таком состоянии, я ровно относила ее 3 года, то есть тут даже вот затерлись уже буковки, и уже после 3 лет приобрела себе новую карточку. Что в итоге получилось? То есть каждая кардиограмма, которая, то есть вот если имеешь группу инвалидности, это обязательное условие диспансерный учет, то есть каждые полгода я хожу, наблюдаюсь у докторов. У докторов очень серьезный. Если вот у нас в Днепропетровске есть очень хорошая такая больница в районе кинотеатра оперного, там, где очень высокого уровня аппаратура, которая улавливает все изменения в организме, которые у человека происходят с возрастом. Так вот, доктора, которые смотрят меня, они всегда с улыбкой говорят, ну как там
наша китаянка, что на что сегодня вы жалуетесь? Я говорю, да не жалуюсь, я просто хожу на профилактический осмотр. То есть вот эти карточки мне помогли справиться с тем диагнозом, который часто говорят, ревматические поражения сердца. То есть это каждые полгода нужно колоть очень серьезные антибиотики, которые опять очень плохо работают. Побочные явления, которые у печени. Так вот, благодаря этим карточкам я получила очень хороший результат. И на сегодняшний день я могу не просто гулять, то есть я стала трудоспособной женщиной, то есть у меня уже нет тех ревматических поражений, которые ведут к склерозу, то есть у меня нет одышки. Я очень много провожу времени на природе, в последнее время даже купила себе дом, где 9 соток земли, и на нем очень благополучно тружусь. Но вот есть такое понятие у травматологов и у гинекологов, которые говорят, что после климактерического периода каждая женщина очень усиленно теряет вот такой микроэлемент кальций. Значит, очень проблемно справиться именно с патологией сустава. Так вот, для того, чтобы патологии суставов не было, в моем ассортименте есть две вещи. Это наколенники. Значит, наколенники одни, чисто первые линии, это биофотоны. Значит, с биофотонами, а вторые наколеннички, это с магнитным волокном. Так вот, что делаю я? То есть тогда, когда я тружусь на огороде, это я тружусь именно вот в этих уникальных наколенниках. Что они дают? То есть они дают улучшение микроциркуляции для того, чтобы не стирались вот те хрящи, которые у нас очень подвержены именно физической нагрузке. А эти наколеннички с биофотончиками я одеваю вечером перед сном. Для чего? Для того, чтобы именно снять мышечное напряжение и улучшить кровообращение опять для восстановления того, что у нас произошло. Есть хорошее выражение, что дети нас делают взрослыми, а вот внуки нам возвращают молодость. Вот этого очаровательного мальчугана мы ждали 4 года. Мы обходили все лучшие клиники Днепропетровска, но было все безрезультатно. И вот нам помог буквально несчастный случай. Зять заболел обыкновенной простудой, и для того, чтобы не заболела параллельно дочка, мы предложили нашему молодому семейству вот такую уникальную пыльцу. Ну, то есть до этого они уже пили структурированную водичку. И вот. Но пыльца, как говорят, пища богов, да, то есть вот благодаря пыльце буквально, я говорю, через месяц мы и вот этому кальцию, почему говорят вот именно такое сочетание, для того, чтобы именно улучшить энергетические состояние как яйцеклетки, так и сперматозоида. Так вот, благодаря вот этим продуктам наш мальчик появился на свет. Оказалось, простое элементарное вот такое заболевание, даже не заболевание, а симптом, наверное, да, очень кислая среда во влагалище, тогда, когда ни один сперматозоид не может именно пробежать тот рубец. Так вот, благодаря этим уникальным двум вещам отрегулировалось именно состояние, как мы говорим, щелочной баланс во влагалище. И я говорю, что и наш мальчик появился на свет. Что самое параллельно очень приятное было, что благодаря еще и этой пыльце у дочки прошла та хроническая эрозия, с которой, я говорю, что мы не могли справиться очень много лет. Вот что я вам всем хочу сказать, дорогие друзья, что если мы с вами, чем больше мы обращаем внимание на профилактические мероприятия, тем и лучше у нас получаются результаты, тем мы меньше потом тратим как времени, так и средств на лечение заболеваний. Вот эти книжечки были составлены мной, вот это называется «Целебная вода от Хуашен», это справочник по применению продукции и «Жизнь от природы, здоровья от науки», для того, чтобы люди, которые приходят к нам в Хуашен, почитали, им было легче выбрать ту или иную продукцию и как справиться со своей проблемой. В сегодняшний день корпорации Хуашин пришло третье поколение наших замечательных кружечек для структурированной воды. Пейте воду, дорогие мои друзья. Я тоже выпью за ваше здоровье. И желаю вам до встречи в корпорации Хуашин. Меня зовут Людмила Петрова, я по специальности биохимик. Работала 35 лет в химии, и после этого у меня все слизистые оболочки были поражены, печень, легкие, то есть везде вот эти поработали химические препараты. Поэтому я заинтересовалась продукцией и начала приобретать сначала чаи,
чай для очистки печени, чай с селеном и приобрела пояс. В результате применения продукции у меня почти прекратились простудные заболевания. После применения чаев печень моя тоже очистилась, я смогла кушать то, что я не могла раньше, там майонез, там различные кислые среды, то есть лимон, вишни, это было все для меня под запретом, как бы сказать. Поэтому я очень довольна. И когда ко мне обратились мои друзья, у которых были более серьезные заболевания, то есть женщина 49 лет, ей была сделана операция по удалению щитовидной железы. Она живет в Слонянском районе, село Новомарьевка. И во время операции был порез голосовых связок, она не могла разговаривать. Она применила накладку на горло, воду структурированную, чай ревень. В течение 3 месяцев после применения этой продукции она постепенно начала говорить, у нее появился голос, одышка ушла и заработала мышца шейная, она была как бы атрофирована. Затем она привела тоже своего брата, у него был инфаркт миокарда сердца. И врачи после длительного лечения предложили ему операцию на сердце стоимостью 25 тысяч гривен, потому что не могли, не видели другого выхода. Тоже он применил продукцию, сердечная карточка, карточка АОЦИ, вода структурированная, чаи, ревень, чай с селеном. И через 3 месяца он смог уже физически работать. До того его из больницы везли на машине, он не мог даже подняться с кровати. После лечения, применения биофотонов, он уже сейчас и в настоящий момент может работать в поле, садиться за руль. Еще один интересный пример. Это парень 27 лет. У него была травма. В 7 лет он упал с дерева. И после этой травмы высокое давление черепное мучило его, рвота, головные боли. Он страдал различными, падал в обмороки, головокружение. И энцефалограмма у него была, показатель 50 микровольт. Он приобрел шапку, носки и трусы мужские. И в течение 3 месяцев после применения сделал энцефалограмму. У него уменьшился показатель на 40 единиц. Перед этим, в течение 2 лет, этот показатель был 50 единиц. После применения он стал 40, то есть на 10 единиц снизился этот показатель энцефалограммы. И приближается к норме, норма 30. Еще мне хотелось бы рассказать о сердечных карточках. У женщины 87 лет, врожденный порок сердца был. Она не могла работать, на работу не могла ходить. Тяжело ей было дыхание, ноги плохо двигались. И она применила сердечную карточку. В течение буквально 2 недель она заметила, что у нее сердечный ритм наладился. Когда она замеряла давление на приборе, то у нее даже было видно, что сердце приходит в ритм нормальный. Нет уже вот этой вот тахикардии. И она смогла тоже работать, ходить в поле, она в селе живет тоже в Слонянском районе, смогла работать в поле, выполнять тяжелую работу. В общем-то, мы очень довольны этой продукцией, потому что это уже область не только не биохимия, а биофизика, которая способствует тому, что клетки получают энергию, вступают в резонанс с этими изделиями и восстанавливается их работа нормальная. Меня зовут Ирина Абдуленко, я живу в городе Днепропетровске. Я уже 6 лет активно использую продукцию компании Хуашины. Мое первое знакомство с этой продукцией началось с вот этого удивительного изделия, гигиенические прокладки с биофотонами. 6 лет назад я пришла на презентацию с обострением цистита. Это была одна из ведущих проблем у меня и очень частые рецидивы, которые меня очень сильно беспокоили. Вот благодаря вот этой замечательной продукции, это биофотоновые прокладочки,
которые очень быстро, за 20 минут, помогли мне убрать дискомфорт, болезненное состояние внизу живота и зуд. Помимо этого, помимо цистита, у меня еще была такая проблема, как вагинит сопровождалась, цистит сопровождался еще вагинитом, ну и как следствие тяжелых родов, это геморрой. И вот благодаря вот этой продукции я на сегодняшний день справилась вообще с этой продукцией и забыла, что такое рецидивы цистита, частые обострения. Использую я это каждый день и рекомендую всем женщинам на сегодняшний день использовать только эти прокладки, потому что на сегодняшний день у нас очень множество заболеваний, связанных с урогенитальной инфекцией на фоне низкого иммунитета, и поэтому урогенитальные инфекции, они очень разнообразны, и заболевания, которые формируются, их очень много, это сопровождается болезненными симптомами, нарушениями очень серьезных проблем и деторождения, и работы половых органов. Поэтому вот этот замечательный продукт очень хорошо помогает избавиться от всевозможного дискомфорта, болезненных ощущений и поддерживать урогенитальную свою сферу в здоровом состоянии. Следующую продукцию, следующее изделие, которое я начала принимать, это наш замечательный пояс с биофотонами. Просто возрастные болезненные состояния, связанные с проблемами позвоночника, они на сегодняшний день очень множественны, и самое главное, они появляются сегодня в достаточно раннем возрасте. У меня уже было несколько рецидивов радикулита, но благодаря, конечно, поясу, благодаря разновидностям пояса, вот я сейчас нахожусь в поясе, мне на сегодняшний день удалось вообще избавиться от болезненного ощущения, появилась и возвратилась двигательная активность. И что такое радикулит, я сегодня совершенно уже и не помню. Даже при физических нагрузках эта продукция очень хорошо помогает убрать последствия тех же радикулитов, то есть это патологическую соединительную ткань, которая образуется после любого воспаления, в простонародье это говорят спайки, которые в принципе потом и являются причиной повторных постоянных рецидивов. Следующее изделие, которое я использовала, это накладка на глаза. Накладка на глаза, потому что причина, по которой я все-таки больше из всех изделий, у нас в ассортименте более 150 наименований, и все-таки мое внимание привлекла эта повязка, это гипотония. Я гипотоник со стажем, давление было рабочее 90 на 60. Что такое сниженный тонус, гипотонус? Это, естественно, плохой сон поверхностный, это постоянная сонливость, которая, естественно, приводит к снижению работоспособности, и низкий тонус, всегда дискомфорт. И поэтому повязочка на глаза помогла мне буквально за неделю восстановить давление, активизировать сосудистый тонус, активизировать сон, сделать его более коротким, но глубоким. Ну и, естественно, помимо того, что я использовала эту накладку на глаза для восстановления давления, плюс я забыла, что такое хронический насморк, потому что эта область, повязка на глаза, как раз и захватывает область носа. Мы знаем, что очень распространены сегодня проблемы заболеваний пазух носа, риниты, дейморриты. И благодаря этой повязочке я хорошо очень справилась с этой проблемой. Результатов очень много за 6 лет использования в моей семье, вообще не только на Украине. Я в сфере своей деятельности езжу не только по Украине, но и бываю в Молдове, в Белоруссии, в России. И я очень хочу засчитать еще несколько результатов, которые, как бы думаю, вам очень будут интересны, потому что эти результаты были проведены в Волгограде, Центром народной медицины Среднего и Нижнего Поволжья. Клинические исследования, которые провели врачи высшей категории, которые работают и сотрудничают с этим центром. Группа 45 человек, возраст 35-82 года. Диагноз – гипертоническая болезнь, давление от 80 до 160 и стоп на 240. То есть,
что применяли в этом центре? Шапочка и напульсники. Напульсники с биофотонами и шапочка. Этот комплекс, этот двойной комплект, который позволил всем пациентам отметить выравнивание артериального давления через 3-5 месяцев ежедневного использования этой продукции, выравнивание артериального давления до нормы, прошли головные боли, нормализовался сон, больные постепенно стали уходить от гипотензивных препаратов. Следующая группа больных пациентов, которые проверяли и проводились, с которыми проводились клинические исследования, это мигрень. Очень распространенная сейчас проблема, болезненная и тяжело поддается лечению. Группа 9 человек разного возраста, диагноз мигрень, использовали только шапочку с биофотонами. Шапочка с биофотонами, есть у нас мужской вариант, есть женский вариант. Для женщин вот такая она более яркая. И мужская шапочка, то есть вот такой формы для мужчин. Пациенты отметили, что приступы проходят через 20 минут и уже не повторяются при использовании шапочки с биофотонами. Шапочку рекомендуется носить ежедневно по 2-3 часа в сутки. Следующая группа пациентов – это мужчины, 15 человек, заболевания мужской половой сферы. Мужские плавки во время сна и отдыха и прокладки при геморрое. В результате улучшения микроциркуляции крови в области малого таза и стимуляции обмена веществ клеток восстанавливается нормальная функция простаты, улучшилась половая функция. В настоящее время жалоб нет. Следующая группа женщин, 17 человек, миома матки. Очень распространенная на сегодняшний день проблема. Использовали и рекомендовали женщинам принимать пыльцу цветочную и кальций из творог морского гребешка 2 раза в день. И как основной элемент лечения плавки женские с поясом, которые рекомендовали использовать во время сна и отдыха. У 5 женщин размер опухоли, у которых размер опухоли был 4-5 недель, опухоль рассосалась полностью через 6 месяцев от начала лечения. Это подтверждено результатами УЗИ. У 8 женщин, размер опухоли у которых 6-8 недель, прекратились кровотечения, прошла железодефицитная анемия, миома уменьшилась до 4 недель, через 4 месяца от начала лечения. Это тоже подтверждено анализами УЗИ. Следующая группа, дети 24 человека, возраст от 3 до 6 лет, основной диагноз – астма. Проверяли, клинически исследовали воздействие чудо-бриллианта. Чудо-бриллианта, который рекомендовано носить в яремной ямке, точка тяньту в яремной ямке. Ношение чудо-бриллианта начинает с 10-15 минут в день и доводя до 1-2 часов в сутки, снимает приступ астмы практически сразу. Это отметили доктора. Дети не пользуются ингалятором. У 10 детей приступы не повторяются уже 6 месяцев. Результатов и отзывов наших потребителей, и результатов по применению данной продукции за 6 лет уже собралось достаточно много. Я хочу еще добавить и показать, что мы имеем вот такие сертификаты качества. Продукция сертифицирована в Украине. На каждый продукт есть сертификат. Сертификат, который действительно говорит о том, что эта продукция разрешена для использования, для профилактики и лечения различных заболеваний, различных органов. Наш центр находится на Глинке 17. Вы можете всегда прийти к нам и, если у вас есть вопросы, задать их нашим специалистам. В нашем центре работает более 10 докторов разных специализаций. Те отзывы, которые вы услышали в этом диске, сегодня вам, я в этом уверена, и вам, вашим близким и родным, помогут на сегодня справиться с теми проблемами, которые вас сегодня одолевают. Нанотехнологии
позволили на сегодняшний день в альтернативной медицине иметь изделия, которые оказывают достаточно быстрый эффект без побочных осложнений. И вы прослушали сегодня результаты применения, люди разного возраста, разные диагнозы, и их отзывы о продукции – это доказательство того, что этот продукт действительно работает, он действительно помогает. Это делать удобно, комфортно у себя дома. Не вызывает побочных осложнений, но дает прекрасный результат.